нам кого? Здорово, Иван! Вася, друг, это ты! Ну, дела! Да неужели это ты, Вася? Здорово, дорогой! Сколько же лет не виделись? 15? 17 лет, Иван! Ай-яй-яй, какими судьбами, Вася? Проездом самолета к моему. Пойдем, пойдем, пойдем. Ну, за дочурку мою пьем. Дай бог не последняя. За дочурку с удовольствием. Хорошо прошла. Да, да. Да ты, насыщайся. В самолете так наелся, знал бы местечко припасов. Хорош бокал. Ему только на выставке стоять. Угадал. Он есть с чешской выставки. Я там кое-чем заправлял, так вот кое-что придержал под видом боя. Чудеса, да и только. Телевизор-то? Опытный образец. Это когда я в магазине работал, за все время таких три штуки было. Один мне, другой Василий Петрович из управления взял, один... Да я вон про что. А, эти-то? Ну что ж. Повезло ребятам. Обеспечились теперь на всю жизнь. Ну, посади меня в такие условия. Да чтобы счетчик работал, как в такси. Километр гривенник. Ух, я буду витки вертеть. Вась, ты не стесняйся, ешь, закусывай. Ну что ты, ведь, наверное, такой съемушки у вас и в глаза не видели, а? У нас все больше караси, ленит, и щеки ловятся. Ну, а икра красная у вас ловится? Ешь, милый, ешь, ешь. Я теперь базой проторга заправляю. Так что ешь, друг, на наш век хватит. Да много ли нам надо? Государство большое. Не обеднеет. Ну, по второй, что ли? Нет. Ты извини, Иван, времени у меня 3 часа. Я еще город хочу осмотреть. Да ты не спишь, я сам с тобой поеду. А ты пока познакомься с обстановкой. Хороша мебелишка. Артикул 16, Б84. Пощупай. Пощупай обивку. Пощупай. Модерн. Все для дочурки. Все для нее. У меня таких 1,5 гарнитура вот здесь распихано. Да 0,5 гарнитура в городе. Я недаром в мебель торги зарплату получал. Там знаешь, какая работа? Этих молодоженов до новоселов развелось. Ну, видимо-невидимо. И всем вынь да положь красивую мебель. Свирепейший контингент. А этот гарнитурчик я взял как бракованный. Ну, брак не можем, не имеем права молодоженам брак продавать. Ну, а себе тут сойдет по уцененной стоимости. Да что-то у нас вроде темновато. Да будет свет! Вот так-то, милый друг. Ну и люстра. Ты случайно в Зимнем дворце не работал? Электроснаб. 1,5 года на электроарматуре просидел. Ядка проклятая. Сколько развелось их. Ах ты! Тут! Хороши, говорят, красавцы. В 49-м узбек ковер пришлось возглавлять. Там как раз готовили подарки. Помнишь? Культу личности. Понял? Ну вот, там требования предъявляли. Ой! Вот на миллиметр рисунок сбит, брак. Ну, пришлось себе забрать. Ну, а что поделаешь? Нелегко тебе пришлось, как я погляжу. Досталось тебе немало от культа личности. Какие книги. Вот этому я завидую. Так а нельзя иначе. Книга это что? Лучший подарок.
Мода, брат, надо считаться. Стендаль полный, Сервантес. Батюшки вы мои. Это который Сервантес-то? Желтенький, что ли? А, да. Я его по бокам зелененьким обложил. Так, желтенькой, зелененькой. Вроде яичницы с луком. Красиво получилось. Кто у тебя зелененький? Я, признаться, их обоих не считал. Ты просто месяца три в книготорге подвязался. А там, сам знаешь, кроме книг ничего нет. Все для дочурки. Много сил в нее вложил, в дочурку мою. Любишь ее? Души не чаю. Вот она, моя красавица. Какая выросла. Дочурка моя. Сейчас мы ее запрем. Эта дачка у меня давно. Я, милый мой, еще 10 лет тому назад начальником стройконторы работал. Ты подожди 8 минуточку, я сейчас. Там тес у этого, или, скажем, горбыля, там рам, дверей всяких. Ну, как мимо пройдешь? Государство у нас громадное, не мелочное. Оно такого пустяка и не заметит. Вот домик и встал. Сыроюшка, конечно, гаражишка к нему. Ну, а как же? А фасад, это я потом. Это когда меня уже на кирпич бросили. Что, участок разглядываешь? Хорош участок, хорош. Это я его еще раньше получил, когда в Москву... Ну, я пошел, Иван. Вася, да подожди! Вась, ну куда же ты? Ну ты обрати внимание на цветы. Вась, это когда я в отделе зеленых насаждений трудился. Вот, нюхай. Это правительство для пушкинских мест где-то купил, ну я и взял немножко. Пушкинских мест много. Пушкина не заметит. Слышь, какой запах? Классический. Запах сумасшедший, голова кружится, шатает. Циц! Циц ты! Док, лауреат, жрет как слон. На собачьей выставке заправлял. Как ты догадался? Верно. Был директором в собачьем питомнике. Нужен мне твой совет, Вась. Сейчас у меня на базе атмосферка сгущается. Критика снизу, черт бы ее побрал. Думаю, уходить. Наклевывается тут одно предложение. Зовут меня в науку. Заведующим по хозяйственной части. В планетарию. Поближе к звездам. Звездам? Да-да. Не трогай ты звезды, ты людям хоть звезды оставь. Не видать тебе звезд, не пущу. Ты что? Лично не позволю. Ты что ты?